Сегодня овальный зал Брестского горосполкома стал местом притяжения лидеров, настоящих руководителей, специалистов своего дела, причем самого высокого класса. Почетное звание областного конкурса «Человек года Брещины-2017» присвоено в 16 номинациях. За каждой номинацией не просто высокие достижения. Победа одного человека – это работа большого коллектива единомышленников. Это заслуга, в первую очередь, всего коллектива. Я уже сама работаю в этом коллективе 25 лет руководителем. И вы знаете, за мои годы многое нам, конечно, пришлось и пережить, и прожить. И нужно сказать, что экология – это, конечно, состояние нашей души, души сотрудников моего центра. Поэтому я очень благодарна всем, кто со мной работает, за вот эту высокую награду, которую оценило руководство нашей области, и за то, что мы действительно делаем очень важное, очень нужное дело. Дипломы победителям вручил председатель Брестского областного исполнительного комитета Анатолий Лис. Глава региона отметил высокие достижения в труде всех лауреатов и их большой личный вклад в социально-экономическое развитие Брестской области. Председатель облисполкома также вручил дипломы организациям-лидерам за достижения в 2017 году. Тем, кто показал лучшие результаты в выполнении показателей прогноза социально-экономического развития. Среди городов областного подчинения лучшим признан город Барановичи, среди районов – Каменецкий, среди сельсоветов – Пинковичский сельсовет Пинского района. Вы руководители лучших регионов, предприятий, организаций, учреждений и лидеры отраслей. Являетесь ярким примером того, что в районе, небольшом городе или маленькой деревне можно успешно работать и получать высокие результаты. Вы в полной мере достойны представлять свои регионы на областной доске почета. Также на областную доску почета занесены лучшие промышленные предприятия, организации топливно-энергетического, агропромышленного комплекса, транспорта, связи, учреждений здравоохранения, образования, культуры, физкультуры и спорта.